Ну, Ира тоже в Питере. Кто еще у нас в Питере? Да, сейчас? Это Бивол. А, Юра. Что означает? Что означает? Ладно, все, играем. Я же сказала. Мне в итоге на предыдущем турнире нужно ей за это отомстить. О, господи, тяжело. D5, комик 3. You can't join. Sorry. Конь F6, ну пока все классика. Так, dcm, пойдем. Конь c3. Нужно будет эту пешку скоро попытаться отыграть. А4, чтобы не было b5. Так, ну что, e3. Где-то есть вариант с ходом c5, да? Где-то есть. Да, так, ну пока что рокировку мы еще делаем. Забираем да. Пешкой. Вот, где-то, помню, здесь нужно было перца пойти, ладью вывести, ну ладно. Что получилось, то получилось. Ну теперь конь b4, конь d5, сон d7. Солнце 6. Так, ну что, будем ладьи выводить на d1, на e1, может быть потом еще. Конь e5. Так. Я есть такой ход, да, просто. Давайте. А что еще полезный ход? Пока что давайте ладья d1. Там сейчас конь, наверное, уйдет. Я как раз пойду конем на e5. Или, так, может, ладья d1 был, наверное, не самый замечательный ход. А еще я расслабилась, то, что мы здесь, ну как, я работаю, но мне некоторые ученики тоже периодически куда-то уезжают, так как летом. Вот, я вообще чувствую себя, как будто я где-то на отдыхе. Да. Солнце 6. Лучше на голодный желудок, ну окей. Давайте пойдем на f4. Привет. Ну, говорят, стримерши обязали правила комментировать партии. Ну, как знает, написали, что нужно комментировать. Ну, блин, давай не будем пропасть. Решить приз, да, в этот приз еще сначала нужно попасть. Ну, я же... Пока времени много, можно покомментировать. Когда останется времени мало, конечно, уже когда как бы тот, кто комментирует, тот в неравных условиях находится. Так, все, ладно, я играю. Партии у нас не комментируют. На это отвлекаются. Так, хотя я думаю, что в принципе не важно. Да, а с Аркадием согласна. Давайте, наверное, сразу пойдем вперед. Будем как-то нападать. Короче, к чату потом вернусь попозже. Извините. Вот, я не думаю, что если, ну, кто не хочет комментировать, он может не комментировать, он же стрим запустил, ну, как бы правило выполнено. Так, если его смотрят, когда он не комментирует, то это же все равно тоже хорошо так, для организаторов. Так, все здесь. Давайте попробуем. Пешка у меня выиграла. То есть брать как надо? Я 7 здесь, мы съели. Съели, я 7 тут, да, например? Забирать надо. Не, ну, хочется случайно какой-нибудь тут пробить, но... Так, еще раз, так. А, ну, по сути, даже тут могу съесть. Окей. Мы тоже заберем. Да? Ну, такой ход просто тут заберу. Счастливый билет. Так, ну, такой ход сюда. Окей. Хочу на Итрекс, Ежегодные письма для Деда Мороза. Мы так склонны верить в любую хуйню, что взамен обещает хоть что-то. Робко глядя между звезд, ты веришь, там кто-то есть, но Бога нет, им наряжается. Спасибо, не знаю, что сказать.
Правда, такие, да, будет? Небо нас не может видит среди окон и стен. Вышли это сообщение. Я не так не досчитала, что говорить получится. Не надо, я знаю, как они думают. По всем виноват этот туманная улица. Но черт его знает, что мы будем делать, если желания сбудутся. Ты так искренне шептал, но Бога нет в твоих ладонях. Я не видел его там. Шаг уже поставить. Мы поняли, что не лети, когда разбились об асфальт. Ну, ты же и даже можно было забрать. И ты понял, все не так. Я загадывал не это. Что-то они тут делали. Я хотел летать, я хотел увидеть небо. Что-то пешка сидят, а у своего пора не остается. Ну, да, ты понял, все не так. После разминок. И ты понял, все не так. Я загадывал не это. Нет, я не хотел летать. Королем? Я хотел увидеть небо. Забери крылья на сад. Вот такой вот владелец. Да, ты понял, все не так. Да, мне пешки слышали, мне может больше шансов, что нельзя. Нельзя туда, а нет, можно. У меня мало времени, чат потом читаю. А, нет, все, что это, я торможу. Ты думаешь, что у нас он связан? Но не связан, все в порядке. Так, вот теперь. Ну, так вот, еще есть такой вот. Да, так себе поздно. Давайте тоже пешку поведем. Сейчас хочу уже грузить 7. Это 6, вроде, да? Ой. Давайте... Чтобы вот здесь есть. Туда хотят съесть. Где больше сюда? Так, так. Так. Может, сюда можно было взять? Я, в принципе, за такой ход... Нет, вначале так, тут еще же 4, кстати, грозит. Уже пытаешься не мало, но... А, цифрон хотел сделать. А теперь грозит, и будет опасно. Ничка получается. Окей, ничка нормально. Ну, кстати, непонятно. Ничка, но... Да, это а если бы король пошел вниз, то что бы я делала? Я так понял, что теперь пытаюсь сильно подыграть, и фишка, что-то... В каком случае?